Оперативные группы МЧС Якутии продолжают работу на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов. По состоянию на сегодняшний день река Лена на 5 суток раньше срока вскрылась у поселка Витим. Ниже по течению у поселка Пелиду наблюдаются подвижки льда. На реке Алдан в верхнем и среднем течении реки регистрируют подъем уровней воды. Рядом с Томотом местная подвижка льда. На реке Амга кромка ледохода находится в 30 километрах выше одноименного села. На реке Вилюй ледоходных явлений пока нет. В целях безопасного пропуска паводковых вод и мониторинга гидрологической обстановки на реках республики работают оперативные группы управления МЧС. В настоящее время уровни воды ниже критических отметок. Угрозы подтопления населенных пунктов в ближайшие сутки мы не прогнозируем. Также продолжая по остальным рекам, это по Лени, по Алдану, по Амге и по Вилюю, продолжаются процессы разрушения льда, наблюдаются закраины, наблюдаются подвижки. Всего для мероприятий по контролю, мониторингу и обеспечению безопасности привлечено 45 человек личного состава в составе межведомственных оперативных групп, а также используется беспилотная летательная авиация и используются воздушные суда с Якутской территориальной подсистемы и МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра.